Есть одно очень хитрое слово – нострификация. Иными словами, легализация образования, полученного за рубежом. Так вот, совсем скоро дипломы выпускников Голландского университета могут быть нострифицированы, то есть легализованы на территории Российской Федерации. В свою очередь, дипломы выпускников российских университетов, скажем, ИжГТУ, будут в ходу, например, на Острове Свободы. Об этом и многом другом нам рассказал ректор ИжГТУ Борис Анатольевич Якимович, который на днях вернулся с Кубы. В феврале 2010 года состоялся визит официальной делегации Министерства образования и науки Российской Федерации в Республику Куба. Этот визит был приурочен к Международному конгрессу образования 2010, который проходил в Гаване. И на этом конгрессе присутствовало более 2000 делегатов, преподавателей, ученых, руководителей систем образования очень многих стран мира, включая не только страны Латинской Америки, но и страны Европы, Китая, Саудовской Аравии. В том числе возглавлял делегацию России на этом конгрессе министр образования и науки Российской Федерации Андрей Александрович Фурсенко. В рамках официального визита было подписано соглашение министрами двух стран России и Кубы о признании дипломов высших учебных заведений России и Кубы. Это позволяет установить более тесные контакты между вузами наших стран, осуществлять обмен студентами, преподавателями, проводить подготовку аспирантов и докторантов в аспирантурах наших высших учебных заведений. На одном из заседаний Конгресса был организован День русской науки, российской науки и образования, где с докладами выступили представители Московского государственного университета имени Ломоносова, Ижевского государственного технического университета, Университета дружбы народов и Университета Исследовательского университета «Стали и сплавов», город Москва. Также в рамках этого официального визита состоялась встреча с ректорами высших учебных заведений Кубы. Присутствовало более 30 ректоров. Мы обменялись, по сути дела, информацией о наших университетах. Вообще на Кубе 60, более 60 высших учебных заведений, где готовят специалистов не только непосредственно для Кубы, но и для других стран Латинской Америки. Прежде всего, это и Венесуэла, Эквадор, Чили и так далее. И в рамках обмена информацией о наших университетах Ижевскому государственному техническому университету, по сути дела, удалось установить контакты с такими ведущими вузами, как Кубинский Гаванский университет, Гаванский политехнический университет, университет металлургии в городе Моа, там, где осуществляется добыча и переработка никеля. И мы надеемся, что эти контакты будут развиваться, расширяться, прежде всего, в области науки, в области образования, обмена нашими магистрантами, защитами диссертаций по техническим направлениям. Такой была минувшая неделя в жизни технического университета. А нам лишь остается поздравить наших милых и любимых женщин с праздником весны и пожелать им счастья, любви и удачи. Всего вам доброго. До свидания.